Привет, друзья! С вами Раштанит Зука. Мы продолжаем прохождение классических башен в игре Mortal Kombat X за всех персонажей. И следующая на очереди у нас Диора. Итак, ее три стиля. Мать-героиня, многоножка и насекомый взрыв. Отрава, насекомый взрыв, яйцеклад отравляет противника. И пчелиная матка, насекомый вихрь и осиная граната. В общем, я прям такой вот слишком сильной большой разницы в них не почувствовал, в этих стилях. Есть там некоторые отличные, но как-то для меня они не критичны. Я решил выбрать первый стиль — отрава. Что ж, давайте попробуем. Посмотрим, как все это будет выглядеть. Как обычно, пытаемся делать все бруталити и делаем все фаталити. Итак, первый противник — Кэсси Кейдж. На ней-то мы и начнем пытаться отрабатывать технику. Wasn't expecting you, Devora. What do you expect now? An easy win and a vigorous shower. Я только понял, что я тебя не ждала, Девора. И что ты там продушишь? Что Девора говорит, вообще до сих пор не понимаю. Эх. О, получилось 27% все-таки выжить. Эх, что-то у меня с назад вперед кружок, сейчас немножко какие-то проблемы. Не получается последним ударом сделать этот яйцеклад этот. Ой. Ох ты, блин. Так, мы сразу же попробуем первый бруталити сделки. О! И сразу вышло. Сожгли ей лицо. Это бруталити относится именно к конкретному стилю. Нужно сделать этот низ вперед квадрат усиленный и зажать. То есть, чтобы вся кислота попала ей на лицо противнику. Вот, так что нормальное начало, это хорошо. Так, теперь будем мучить Лю Канга. Там, значит, у нас есть еще два бруталити, которые уже относятся ко всем стилям. А потом уже перейдем к фаталкам. What foul crag birthed you? Do we look uncomfortable? You make me wretch. Round one. Fight. Сразу Лю Канга, блин, будем прессинговать. Уй, бывает. Так, вот этим приемом, почти этим приемом, нужно будет завершить битву, чтобы сделать еще одну бруталити. Не знаю, получится или нет, это не всегда получается. Эх, не получается как-то сделать. Почему не получается, не понимаю. Да что ж такое-то? Ну-ка, давайте посмотрим. Вот он. Вниз L2 и назад. Это как бы вот... Это захват. Вниз L2 — это захват противника в воздухе. Сейчас он почему-то отказывается у меня его делать. Вот он. Захват в воздухе. Ну, падла, не вышло. Ладно, будем дальше мучить. Почему-то сейчас не получается. Так, ладно, давайте посмотрим первое фаталити. Назад, вперед, назад, крестик на средней дистанции. Ну, опять-таки, съели лицо, как в предыдущей бруталке. Но уже так более подробно и более... Ну, короче, съели полностью вообще, не только кожу на лице.
всю голову, практически. Так, Мелина. Вот, блин, с каждым противником будет сложнее сделать то комбо с захватом. Ну, будем пытаться. Ах, Мелина называла Девору слугой своей. Ну, короче, сейчас мы посмотрим, кто слуга тут. Кто шестерка, да? А кто король? Блин, из-за того, что она первый удар падла блокирует. Да что ж ты не делаешь захват-то, падла? Не хочет делать, и все. Блин, походу будет облом с бруталкой. Так, ладно, нам еще надо бы бруталку ей сделать. То есть этот рентгенчик. А то хоть раз-то надо за серию рентген показать. Это что же в часть программы как бы входит, да? Так, может писать другой бруталити? Какой у нас там еще есть? А, мигрень. Доступно во всех стилях. У Девора должно остаться более 50% здоровья. Игрок должен удерживать вперед. Во время последнего удара всем должен нарастать ядовитый заряд. Вниз, назад, кружок. Так, попробуем, может получится. Не получилось почему-то тоже. Да что ж такое-то? А, у меня, может, жизни мало осталось. 50%, мне кажется, наид примерно. Или что-то поменьше. А, наверное, поменьше все-таки. Ну ладно. Будем делать второе добивание. Вперед, назад, вперед, треугольник, близко. Вперед, назад, вперед. Devora wins. Fatality. Соединил и мозг, и сердце. Так, ну ладно, все, теперь только на бруталити делаем ставку. Блин, почему-то два бруталити основных и ни одно не получается сделать. Это фигово. Хотя должно получиться. Хотя бы раз этот прием долбанный, то есть это комбо сделать. Почему он не делает, я не понимаю. Ну давай, ладно, рептилия. Я начну потихоньку сейчас бомбить начинать из-за этого. I will slay you now. Типа говорит, наши лидеры союзники, она говорит, ненадолго, ну типа я тебя сейчас прикончу. Окей. Раунд 2. Файт. Так, надо же не сохранить там на последнего. На последнего удара-то, а? Есть! Продырявили башку. И, наверное, кишку тоже. Отлично. Программка сегодняшнего дня постепенно выполняется. Пятый соперник Ермачила.
Так, ну давай, Ермачилный, подведи. Хотя подводит, наверное, не он, а не боец противника. Подводит геймпад, который почему-то не срабатывает то, что раньше срабатывало. Потому что я пробовал уже делать как бы само по себе комбо вот это с броском. И оно у меня получалось. Ах ты, ай, гад! Но здесь она не хочет у меня захватывать. Ой, здесь, стой, 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 стой. Сейчас он меня будет захватывать, гад. Да что ж такое-то? А, во! Наконец-то. Но это еще не все. То есть я не выполнил полностью как надо. Надо бросок сделать в обратную сторону. Так, что-то ты борзеешь. Рентген профукал. Ну ладно, в принципе, он уже вы его все видели, не столь важен был. Нам сейчас важно сделать. Да что тут? Да ладно! Что-то он разошелся, короче, ребят, не по-детски. Ай! Ты чё? Ермак, не расходись! А! Ну никак не получается опять. Сейчас он меня замочит, пока я это пытаюсь сделать. Давай, иди сюда, падла. Да нет же, а! Ладно, делаем там какой-нибудь фэкшн. Пришлось вот так вот его прикончить. Не по-людски, но ладно. Тут проблема с захватом в воздухе во время комбо. Ничего, будем пытаться, будем тренироваться. Еще у нас есть несколько соперников, на которых мы сможем это сделать. Вот, например, Джеки Брикс, если она слишком не будет жестокой по отношению к Деворе. Девора. Что-то там поугрожало, короче. Ох ты, у меня тут бросок мне отменило, падла. А? Ах ты, сволочь! Ну почему? Лай, лай, лай. Песня! Вот, смотрите, сейчас что-то у меня там она даже пыталась. Ну не, сейчас не... Ну, не знаю, в чем прикол, а? Ну в чем прикол? Объясни. А, почему не сработало? Офигеть! Сделал сейчас все правильно, как бы, вроде бы. Бросил ее в другую сторону. И не сработало. Это бруталити. Не знаю почему. В чем прикол, не знаю. О, блин, неужели мы его не посмотрим сегодня? Будет печально. Седьмой товарищ Такеда. О, там потом еще и Тремор. Серьезная компания подобралась. Devora, how are the kids? Как дети, говорит. Мои дети голодны по отношению к тебе. Что-то не получается, хотел. Ah!
Не получается соединить тут почему-то это комбо. С отравой, короче, да? Не знаю почему. Как всегда, профуканный X-Ray. Ух ты, блин, начинается. Так, он мне сейчас замочит таким методом. Так, замочил, ребят, вы видели? Так, надо что-то делать. Надо злиться. Ну вот сейчас получилось. Хрен поймешь, как это работает. А, падла. Так, давно мы не применяли хороший прием, который всегда действует, а? Окей, ладно, сравняли счеты. Так, еще раз я посмотрю, как это брутальность делается. Может, я не в ту сторону нажимаю. Вниз. L2 назад. Все правильно. То есть я делаю бросок в воздухе и нажимаю назад, чтобы она бросила в другую сторону экрана. По идее, все правильно. Выполни комбо 4 ударов, который закончится обратным воздушным броском. Может, имеется... Ну, по идее, да, это комбо 4 ударов. Там даже, по-моему, 5 ударов получается. 5 ударов получается. Ну, хрен знает тогда. Может, надо попробовать другое комбо? Вот это вот. Ну, вот навряд ли тут получится. Я просто не успею здесь воздушный бросок сделать. Ладно, будем пытаться. Зато уже почти все фэкшены пересмотрели. А, кстати, у меня сейчас не все фэкшены открыты. Я уже второй раз прокачиваю фракцию Black Dragon, да? У меня один фэкшн не открыт. У меня просто тут открыт последний финальный фэкшн, но он давно уже открылся, то что фракция победила в войне в свое время. Надо будет потом менять фракцию опять, смотреть последний фэкшн у других фракций. Ну что ж, Тремор. Attend me when I speak. You have spoken your last. Wrong again, insect. Round one. Что-то типа там, не перебивай меня, когда я говорю. Она говорит, ты говоришь последний раз. И он что-то назвал ее насекомым. Ух ты, неплохо он так. Ух ты. Приседает гад. А! Да что такое? Покушай кислоты. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ух ты, сволочь! Да что ж такие все стали блокирующие-то, а? А-а-а! Ух ты! Да ладно! Сволочь, опять. На, все, короче, профукано. Так, а что у нас он не хочет делать? Он и фэкшн не хочет. Да что ж такое-то? Что за происходит за хрень? Даже фэкшн не делает.
Все, Гора. Последний шанс сделать бруталку. Не получится, значит, не увидим ее сегодня. Девора. You will taste victory. You will taste Shokan Fury. Round one. Девора, мы сейчас попробуем вкус победы. Ты, говоришь, почувствуешь вкус ярости Шокана. Да что ты, гад такой, а? Ну, вот такой вот прием мы должны сделать. А-а-а! Может, на Гора-то хоть мы сможем X-Ray-то сделать? Гора, дай сделать тебе X-Ray. Ну, наконец-то. Окей, ладно. Так, на случай, если опять, то скорее всего сорвется брутальный. Кстати, что у нас там? Что у меня? Почему не получается последний этот? А почему у меня закрыт последний убийство фракции черных драконов? Оно у меня было открыто. Как так? Я же не скакал больше из фракции в фракцию. Оно было открыто, у меня фракция побеждала. Или когда фракция другая побеждает, оно закрывается, что ли? То есть в чем прикол? Или это какой-то баг после какого-то обновления произошел? То есть у меня было открыто последнее, вот опасный лазер называется. Ну, оно, в принципе, ни о чем, но ладно, хрен с ним. Если что, тогда будем делать лучше с орбиты. Так, почему опять сорвалось? Так, ладно, я думаю, мы не сможем это сделать уже. Хотел я думал оторвал. Ничего не получается. Ну ладно. Он нам дает шанс по победе. Черт! Я увлекся, блин! Капец, ну ладно, все. Облом с бруталками. Ну, будем пытаться их делать. Других, может, видео на лайв-канале потом. Может, какая-нибудь будет живая башня за Девору, там еще что-нибудь. Будет еще возможность представиться это сделать. Все, ладно, тут проходим ради сюжета. Ну, типа отмазался ради сюжета проходим. Ради концовки. Я еще не видел концовку за Девору. Ну и ладно, сейчас щенок. Хорошо бы с первого раза его пройти, но, как обычно, он бывает, все портит. Девора. He will taste victory. Insect. Смотрите, она эту фразу «We will taste victory» очень часто говорит. Как же она интересно, вот у меня сейчас получился какой-то подкат, я вот не понимаю, как она это делает. Ладно, не будем сейчас его мучить этим подкатом. Надо просто сейчас выиграть уже каким-то образом. И выиграть у этого-то ладно, этот щенок там не проблема. Главное выиграть у демонического.
с первого раза. Round two. Fight. Эй, дыши! Дыши! Моими этими отходами. Ох ты, жалко, апперкот сейчас не вышел. Просто жалко, реально. Все, ладно, надо сосредоточиться. Сосредоточиться на самых эффективных атаках, чтобы не огребсти люлей. Не хочу бомбить лишний раз по поводу этого босса, который, в принципе, простой. О, обидно. Ладно, ему тоже должен быть не иметь... Не, как то! Чёрт! Сволочь, тихо. Тихо, вот только не это. А, сука! С первого раза, отлично. Теперь я доволен. Фу. Девор вовсе не хотел убивать Шиннока, она надеялась поработить его. Она населила его тело своими детьми-личинками. Поглотив божественную силу своего бессмертного хозяина, потомство Девора превзошло всех живших ранее кайтинов. Взрослев, они, подобно саранче, распространились по всем мирам. Армия кайтинов-супердронов несла славу Деворы, своей возлюбленной королеве, и гибель всем остальным. Хе-хе, круто! Чё? Круто! И круто, что вышло впервые добить щенка вазой, горшком ночным. Вот такие вот дела. Результаты средненькие, потому что, как обычно, делал очень много фэкшн-киллов. Бруталка, с бруталкой вышел облом, но все равно было проходить интересно за нее. Довольно интересный, в принципе, персонаж. Вот как в онлайне будет, посмотрите, ребят, на канале. На лайве, на лайв-канале посмотрите, я там за нее поиграю. Вот. Ну что ж, всем спасибо, кто смотрел. Не забывайте поставить лайк, чтобы увидеть прохождение за следующего на очереди персонажа. Подписывайтесь на канал. С вами был Рашта Нидзука. До новых встреч!